Сегодня мы собираемся петь караоке на Music Core. Мы споем одну из любимых песен Юны. Forever Young. Какие песни мы выбрали? 8282. Ты знаешь припев? Давай вместе споем припев. Я слышала, что в Music Core появилось новое караоке. Я тоже это слышала. Вы слышали об этом? Мы вернулись из караоке. Мы пели слишком долго грубым голосом. Нужно успокоить горло. Поэтому я не хожу часто в караоке. Но когда я хожу, я пою тихие песни. Моя любимая песня 8282. Но я могу в ней ошибиться. Сегодня шел снег. Мой наряд соответствует снежному настроению. Сегодня наша Лия ведущая. Разве она не милая? Это наша необычная работа. Но мы выполняем ее с мыслью, что уже тысячи раз это делали. Потому что с течением времени ты привыкаешь к этому. Я сказала специально ведущей Лии добро пожаловать. В любом случае, сегодня мы сделаем все возможное. Привет! Мы цветочки Юче. Цветочки Юче. Мы сегодня спели много песен, точно. У меня горло болит. Сегодня участницы многое говорили друг другу. Я, например, в своих наушниках услышала «Не думай, как ребенок». Я согласна с этим. Звук в наушниках перепутали. Это сбивало с толку. Строчки песен действительно перепутались. И было трудно сосредоточиться. Лия беспокоилась по поводу того, что это не выровняется. Ее голос слишком отчетливо звучал в моих наушниках. Сегодня было много мидзи. Сегодня у них лайт-ринги были белыми. Это так мило. Ты тоже такие хочешь? Нет. Они выглядят красиво, потому что ты красивая. Я чувствую себя героем видеоигры. О, точно. Когда я ношу это на сцене, я... Ты выглядишь прям как куколка. Мы втроем собираемся посмотреть, хорошо ли Ли и Еджи справятся с ролью ведущих. Мы будем смотреть на них широко открытыми глазами. У всех нас довольно большие глаза. Мои кажутся маленькими. Юна, можешь сделать глаза еще больше? Конечно, могу. Но наши мидзи испугаются. Тогда не надо. Давай покажем им на одну секунду. Пока, мидзи. После того, как мне исполнилось 18, я никогда не чувствовала себя взрослой. И я сожалела о многих вещах. Теперь, когда мы вернулись в Чешир, и год почти подходит к концу. Мы виделись с Мидзи весь декабрь, верно? И я так рада, что мы выпустили Чешир именно в это время. Я правда очень рада. Я рада, что мы вернулись с Чеширом в декабре. Всем привет, это Рюджин. Мы пели в караоке за монетки. Но есть один побочный эффект. Я слишком перестаралась в караоке. И теперь у меня болит горло. Я всегда слишком громкая, когда пою в караоке. Нам понравилось. И мы даже выиграли 100 тысяч очков. В любом случае, мидзи громко болели за нас на предварительной записи. И меня это очень удивило. Вы были очень рады, потому что мы проделали отличную работу. Мне нужно было смотреть в камеру, но я промахнулась несколько раз, смотря на мидзи. Вы очень хорошо нас поддерживали. Поэтому мы отлично провели время. Сегодня так холодно. Надеюсь, вы благополучно доберетесь до дома. Мне пора идти. Я получила письма. Так красиво. Этой фанатке 17. И она называет меня Онни. Правильно, мне-то 18. Я для нее Онни. Она пишет то, что я прочитала ее историю, пока готовила. Ее друзья признали ее настоящую любовь к нам.
Я им так благодарна за это. Даже если вы большой поклонник какого-то артиста, то близкие люди не всегда воспринимают это всерьез. Я знаю, это такое случается. Но ее друзья признали ее любовь. Я буду стараться лучше. Я сейчас так счастлива. Эта фраза мне очень понравилась. Я была так удивлена, что даже сфотографировала ее. Чирён, ты такая же красочная и хрупкая, как опавшие листья. И из-за тебя, Чирён, мне снова и снова хочется ждать сезона падения листьев. После того, как я прочитала это... Что сказать? Я перечитывала это снова и снова. И я не была уверена, заслуживаю я такие слова или нет. Я даже не думала, что могу кого-то заставить чувствовать что-то подобное. Миди такие драгоценные. У меня дома целая коробка с письмами. Я собираю их с самого дебюта. Они мое сокровище. Мне нужна еще одна коробка. Мы все выходим на сцену. Да, для интервью. Мы должны сами взять интервью у наших участниц. Для нас это что-то новое. Так что, пожалуй, мы начнем представление нашего альбома. На первой неделе мы показали отличное выступление на Music Core. Многие миди сегодня пришли посмотреть на нас. Сегодня шел снег, и должно быть, им было очень холодно. Большое спасибо миди за то, что пришли сегодня. Я смотрела прямую трансляцию из комнаты для ожидания. Лия в красном платье, Еджи в черном платье. Они потрясающе выглядели и хорошо справились с ролью ведущих. Они выглядели великолепно. Спасибо. Я была счастлива вернуться на Music Core после долгого времени. Завтра мы собираемся на Инкигайо. Завтра мы выйдем на сцену в очаровательных костюмах, так что, Мизи, ждите нас. Будет любопытно. На счет три все мяукаем. О, это было неожиданно. Неожиданно?